Всем привет, ребят, меня Артрупер Эхов, как вы поняли по названию. Мы сегодня будем смотреть на слухи наборы и анонсированные наборы. Это получается, как вы поняли уже по названию, вторая часть новости по Лего ЗВ. Давайте перейдем уже к нашим новостям. Так, первая новость у нас о том, что выйдет 2 блистер-пака, там будут 4 фигурки, они по многим сериям выходили, и теперь ЗВ тоже выходит, и это хорошо, как я считаю, и в принципе по другим сериям они тоже выходили, пока мы не знаем, что там находится, но мы точно знаем, что они уже выйдут, это уже хорошо, там будет 4 мини-фигурки и маленькая постройка. Вторая новость о том, что нас утверждают, что выйдет батл-пак, запаки возвращаются, как вы поняли, батл-пак суперкоманды с мандалорцев, то есть мандалорцев Мола. Да, они будут все разные, то есть мандалор 2013 года, где был, ну, то есть два мужчины, как вы поняли, две женщины, то есть. Еще один мандалорец будет с рогами, и две женщины, у них будет окрас разный, и, то есть, у одной красный, ну, я точно не знаю, у одной серый. Посмотрим, какие. Давайте теперь перейдем уже к следующей новости. И третья у нас новость о том, что у нас будет по книге Боба Фетта один набор, он пока неизвестен, но у него артикль будет 75-30-25. И он неизвестен, какой набор будет, но это то, что он будет стоить 69 долларов, то есть $70, и он выйдет 2021 года. Вот так вот. И четвертая новость. Опять же, по книге Боба Фетта выйдет храм Джабы Хатта. Но теперь это храм Боба Фетта, это в конце, ну, Мандалорцев, мы это поняли уже. Да, и там будет, пока, там опять же Боба Фетт будет, и, ой, блин, и та, ну, охотница будет, уже зову, как ее зовут, то есть, а мы пока не знаем, просто будет дворец, и пока ничего мы не знаем. Давайте перейдем теперь к следующей новости. И это уже пятая новость, тут будет где-то примерно 6 новостей, так что это будет выпуск побольше, тут мелкие все новости, так что да, то есть тут это будет полет траншеи по четвертому эпизоду, где еще атаковали звезду смерти, X-Wing'и и U-Wing'и, бомбардировщики. У него будет 66 деталей, и он стоит $60 будет, и вот так вот, в общем, да, и опять же... Раньше было сказано, что это будет мусоропресс на Звезде Смерти, но обновили информацию, что будет вот этот вот набор мне больше нравится, чем мусоропресс. И последняя новость в этом выпуске – это тройной набор в одном наборе. То есть Лего такие уже наборы выпускали, и этот набор оказался паком Скайуокеров. То есть я думаю, это что-то будет грандиозное, то есть люди, мы расходимся, это набор просто обычный, и тут просто три набора в один соединены, и, в принципе, их можно по отдельности купить, вот так вот, в общем. Это, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и про комменты не забывайте, и про колокольчик, и, ну, вот так вот, в общем. То есть, такие вот новости у нас сегодня, достаточно неплохие. Всем пока!